Комплекс мер социальной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, обсудили в Люберцах. За круглым столом в картинной галерее собрались представители общественной палаты и специализированных учреждений. Вопросы соцподдержки родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, в таком формате в Люберцах обсудили впервые. Однако тема назревала давно. Зачастую мамы и папы городского округа не знают, какие льготы им положены. За круглым столом последовало разъяснение. Опишу те меры социальной поддержки, на которые могут рассчитывать родители при тех или иных условиях, на что вы можете обратить свое внимание. Если кто-то что-то не оформил, мы вас приглашаем на портал госуслуг Московской области для подачи заявки. И если нужна дополнительная консультация, приглашаем к нам в Люберецкое окружное управление на улицу Мира 7А. Как компенсировать расходы за проезд на метро, жилищно-коммунальные услуги или затраты на путевку ребенку с ограниченными возможностями? На эти и другие вопросы родители ответили спикеры круглого стола. А недопониманий в мерах поддержки у родителей оказалось немало. Есть ли такая услуга, как на дом? Специалист приходит на дом. Кроме того, на встрече поговорили о преимуществах групповой работы психолога с родителями, индивидуальном консультировании мамы и пап, а также медицинской и социальной реабилитации. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.